Перший у Беларуси шматповерховый энергоэффективный дом уведен в микрорайоне Спутник областного центра. Простый день аналогичный дом сдадут у Гродно, потом у Минску. А могилевские будовники, которые стали первыми, уже рыхтуются передать сдаденный объект коммунальникам. 10-поверховый энергоэффективный дом узвяли за 11 месяцев. До объекта была особливая увага, признаются будовники. Нам нравится радость людям приносить, нам уже как бы под Новый год подарки, люди в дом будут свой езжать, собственное жилье. 420 квадратных метров солнечных батарей на даху. Сучасная система вентиляции, якая дозволяет экономить тепло, безбарьерное осяроддзе. И навод замки на ваконных ручках, ахова от детей. Амаль усё обсталяванне зроблено в Беларуси. Мы первые в республике, которые построили дом, в котором совмещены три системы энергосбережения. Это геоколлектора, это теплообменники по вентиляции принудительной и по исходящим из дома и входящим в дом конвекционным водам. Порядка 50% теплоносителей, которые подаются на дом, будут экономиться. Прикладно 8,5 миллионов недонименованных рублей за квадратный метр. Кошт кватер не превышает средние лишпы для панельного жилья. До речи, дом цалком социальный. Хутка у гэты энергосберегающий разумный дом заселится больше за 1,5 сотни шматдетных семью. Самая великая из них складается за 12 человек. Будовники сподяются, что будущие шахары будут ощадно относится до сучасного обсталявания. Урочистое открытие разумного дома запланировано на 14 снежня, а энергоэффективное обсталявание запрацует, коли у большинства квартир заселится новоселы. Ганна Лапо, Юрий Ласов, Новини Регион.